Всем привет! Решил немного отвлечься от работы над корпусом, поэтому сегодня буду делать пушки. Первым делом зашкуриваю все детали с обоих сторон прямо на пластине. Колеса необходимо зачистить от нагара. Надфилем обрабатываю ось для колес. Нижняя доска должна заходить без натяга. Следует обработать шип-пас во избежание скола деталей. Пушки из набора хорошего качества, но имеют некоторые изъяны. На некоторых имеется облой от литья и залитый ствол. Если их переделывать, придется счищать все чернение. Дабы не рисковать, я царапнул с тыльной стороны одну пушку и попробовал, как будет черниться литейный сплав. Сплав отлично чернится жидкостью Brass Black. Слева исправленная пушка. Далее вставляю рымы. Из большого отверстия сажаю их на клей. Окончательно собираю пушку и проклеиваю с нижней стороны. Покрываю все маслом. Когда ставил рымы, забыл одеть кольца. Решил добавить деталировку, поэтому делаю имитацию болтов, недостающие рымы для талий.
На этом работа над пушками закончена, осталось сделать брюк и можно крепить на модель. Всем пока, до новых встреч!